Столичная налоговая инспекция теперь всегда онлайн. Министерство финансов запускает пилотный проект по реализации интерактивного сервиса, сообщают новости Приднестровья. Теперь записаться на прием в налоговую можно на сайте ведомства. Услуга введена для оптимизации работы. В Минфине отметили, что теперь отправить в инспекцию обращение станет проще и доступнее. Желающие попасть на прием могут оставить данные на официальном сайте Министерства финансов в разделе «Электронная запись».